Всем салам алейкум. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Время у нас 4:30 утра. Смотрите, какой прекрасный восход солнца в горах. С утра чувствуется легкий летний ветерочек. Днем термометр показывает плюс 30-35 градусов тепла. В сегодняшнем ролике я хочу показать вам, как ребята будут разбирать кладку старинного дома. А этому дому, говорят, более 300 лет. По словам старейшины села, раньше на этом месте стоял трехэтажный дом. И жили 5 или 6 хозяйств. Смотрите, как красиво смотрится натуральная каменная кладка. Как будто ее пропустили через станок. Чтобы подготовить такую красоту к облицовке, мастерам приходилось работать по ночам, особенно зимой. Говорят, мастера приезжали из другого села. Вот наверху даже видны надписи на арабском языке. А вот на этом месте стояла кузня. Вот рядом тоже старинный дом. Дом уже пустой, там никто не проживает. Ну, сейчас я вам покажу, как ребята будут разбирать кладку старинного дома. В этом разобранном доме, я как сегодня помню, жили люди. Это было 80-е и 90-е годы. Сейчас ребята будут разбирать эту кладку. Стена шатается, еле-еле держится. Может упасть на соседний дом в любое время. Всем приятного просмотра. Обязательно смотрите ролик до конца. Я думаю, вам будет очень интересно. Особенно в конце ролика. Давай! 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 Дав
Thank you.